Эй, ты! Я? Да, ты! Все еще играешь в Сегу? Ну да. Ха-ха! Отведай мощь 32 бит! Это охренеть как круто. Примерно это я сказал, когда впервые сыграл в PlayStation 1. Привет, YouTube, меня зовут RetroPsych, и сегодня я перенесу вас на 13 лет назад, в тот день, когда я купил себе PlayStation. Как и многим, мне в детстве нравились видеоигры. Мой путь задрота начался еще в 90-е годы с приставки Dendy. Я ни на что не жаловался, родители купили мне приставку, и я был им очень благодарен. Я играл на ней до тех пор, пока мне случайно не подвернулась Sega Mega Drive. Вот она на ваших глазах, до сих пор работает, хоть и очень изрядно потрепана. Именно эта приставка открыла мне такие замечательные игры, как Comic Zone, Mortal Kombat, Duna, Червяк Джим, Zero Tolerance, Contra Hard Corps и многие другие. И вот однажды я пришел к своему двоюродному брату с этой приставкой, так как она у нас была одна на двоих. Мы сидели на кухне, играли во что-то, наверное, в Mortal Kombat, как обычно. И тут к нему пришел сосед со здоровенным пакетом и сказал: «Ребята, тушите свою шарманку, у меня есть для вас кое-что покруче». Мы спросили, что у тебя в пакете, и он достает оттуда PlayStation. К тому времени мы не знали, что такое PlayStation, но сосед сказал, что нужно идти в зал и включать ее на большом телевизоре. Вот, мы, в общем-то, собрались. Я, брат, его отец. И сосед подключал эту приставку к телевизору, вставлял в нее диски, что было для нас чем-то абсолютно новым, диски вставлять в приставку. И когда он ее включил, я понял, что пора переходить на PlayStation. Ощущение, когда я взял в руки DualShock, просто не передать словами. Тогда я поиграл в приставку минут 20, но этого времени мне хватило, чтобы захотеть ее, очень сильно захотеть. Сосед принес всего пару дисков. Первый был со спецопс, а на втором была медаль за отвагу Underground. И вот как раз таки в эту игру я играл. На этом вот джойстике с виброотдачей, 3D-графика, клевый звук. Я мог просто остановиться на первом уровне и рассматривать все вокруг. До этого я видел только подобие 3D-графики в Zero Tolerance на Sega. И это вообще никак нельзя сравнивать. Настолько была велика пропасть между этими приставками. В общем, придя домой, я сразу же начал просить родителей купить мне PlayStation. На что они такие сказали: «Чего? У тебя ведь уже есть приставка». Конечно же, родителей не интересовало, какая там графика, какие клевые игры. Их интересовала цена. А цены на PlayStation тогда кусались. Мне пришлось долго лазить по всем объявлениям в газетах, так как никакого интернета тогда не было. И я нашел то, что искал. Продавали PlayStation 1 за 2000 рублей. Деньги это были немалые, но я такой человек, который постоянно по чуть-чуть копит. И у меня со всех дней рождений, денег, сэкономленных на обедах в школе, собралась кругленькая сумма, около 500 рублей. И я попросил родителей добавить мне 1500. И они согласились. Я позвонил по телефону, договорился о встрече, взял с собой деньги. И когда пришел на место покупки, продавец показал мне приставку, даже включил ее. Я увидел, что она работает, поклацал там ее немножечко. Отдал ему деньги, взял пакет с приставкой и пошел домой. Я помню этот осенний день. Шел проливной дождь. Я нес этот пакет настолько одухотворенный, что вообще никого не замечал вокруг. У меня в мыслях было только одно. Я купил себе PlayStation 1. Наконец-то я буду играть в крутые игры. И вот с этой мыслью я шел домой, постоянно заглядывая в этот пакет. Как будто эта приставка могла куда-то деться. Постоянно смотрел на нее, любовался. И придя домой, я даже не раздевался толком. Первым делом на вопрос мамы: «Ну что купил?» Я сказал: «Ага».
и пошел в комнату, сразу к телевизору, подключает все это дело, вставил диск, нажал кнопочку включения, и тут облом. Я услышал только звук, что приставка включилась. Никакого изображения на экране не было. Я был просто в панике. Неужели она сломана? Так ведь нет, она вроде работала, когда ее покупал. Значит, а я ее сломал, пока нес. У меня была просто паника. Что делать? Деньги потрачены, приставка не работает. Но на самом деле все казалось гораздо проще. Продавец подключал ее таким вот специальным шнуром с модулятором, типа как у Сеги раньше были. А мне отдал стандартный кабель, который идет с приставкой, АВ-кабель. И этот кабель был перетертым. Не получилось у меня сразу поиграть, пришлось ждать отца. И вот, когда он вернулся, мы уже этот кабель разрезали, отец его спаял, замотали изолентой, и вуаля, все заработало. 4 года я активно играл на этой консоли. За эти годы я прошел огромное количество игр. Даже половину я сейчас не смогу вспомнить. Среди них такие шедевры, как Metal Gear Solid, Silent Hill, Medieval, Warzone 2100 и многие-многие другие. В 2007 году у меня появился компьютер. Потом была PlayStation 2, Sega Dreamcast, PlayStation 3. Но Sony PlayStation 1 по сей день остается моей любимой приставкой. И именно поэтому я создал канал о ретро-играх. Для того, чтобы делиться с людьми своими воспоминаниями и впечатлениями о любимых играх. Если вам понравилось это видео, ребята, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь на канал и жмякните на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также переходите по ссылочке в описании и смотрите видео о лучших играх для PlayStation. Ну и в плейлисте можете и остальные видосики посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Пока!